Отца. Как вы догадались, речь идет о Бладхаунде. Представляю приморских Бладхаундов, участников фотоальманаха Атиса и Инфинити. Инфинити приехала в Приморье из всемирно известного питомника чемпионов Flame Lions. И она достойно продолжает выставочную карьеру своих именитых предков, которые неоднократно становились чемпионами мира. Инфинити в 9 месяцев стала резервным юным чемпионом мира. Танец для вас, уважаемые гости! Потому что они немного похожи на Мастина своими складками, своей фотогеничностью артистики. Работая с этими собаками, надо всего лишь не нажимать на кнопку фотоаппарата. Инфинити со своей хозяйкой Юлией снималась в постановочной работе, изображала полицейскую собаку. А Атис изображал собаку Святого Оберка в работе «Благословение». Родоначальник породы Бобтейл в Приморском крае. Пожалуйста, мы вас ждем.